Привет, друзья! С вами вновь канал All Models, и я Денис Демин. Итак, на прошлом занятии мы эпоксидным составом укрепили наши крылья и немножко изменили форму крыльев. Я тут начал немножко уже точить, с одной стороны почти уже сточил. Насколько хорошо ясно будет после грунтовки. Вот сейчас буду точить вторую сторону крупной шкуркой. То есть вывожу приемлемую форму крыльев по фотографии. Здесь я чуть-чуть побольше положил и переборщил. Сейчас я стачиваю так, чтобы вот у нас одинаково примерно было. Постепенно меняя направление, переборщил конкретно по размеру. Здесь закругление внизу круглым надфилем. А потом уже здесь стачу выемку какую-то. Может быть, еще немножко придется добавить. Или смолы, или шпаклевки. Точим и точим. Точу, как видите, не вот так вот, потому что так нам просто будет ничего не видно. А точу большими движениями, но одинарными. Из-за этого я после каждого движения вижу, что у меня получается. И в то же время достаточно много снимаю за один раз.
Так, и на данной стадии, наверное, я сейчас попробую это загрунтовать, чтобы было понятно. Так, вот здесь нам нужна кромка, чтобы понимать, где у нас лицо загибается. Здесь такое ощущение, что вот надо добавить. Но опять же, пальцем провожу вроде ровно. И здесь пальцем провожу ровно. То ли вот здесь снять, то ли здесь добавить. Загрунтую, посмотрю. Давайте сейчас еще вот достаточно крупной шкурочкой 150 начну. То есть вот здесь вот у нас еще кромка. А должно быть все ровно. Сейчас эту кромочку еще выведем. Так, ну как-то примерно. Настолько мы привыкли удобством работы за компьютером, в том смысле, что в любом деле можно сделать одну часть, а вторую просто отзеркалить, нажав на одну кнопку, да, на любых чертежах, там в 3D, там да где угодно, в фотошопе, хоть где. И так к этому привыкаешь, что невольно начинаешь думать, как бы вот сделать одно крыло, а второе отзеркалить формами какими-то, еще чем-то. Вот сидишь и думаешь, и не можешь понять, что в принципе не отзеркалишь ты никак. Надо делать обе формы. Но вот уже многолетняя работа за компьютером вот уже дает о себе знать. Настолько избаловались. Мало того, что нельзя сделать откат в жизни, нету кнопочки Save и Load, нельзя загрузиться на последнюю сохраненную удачную версию. Мешает это в жизни. Было бы удобно, наверное. Только в фильме «День сурка» такое возможно.
Так бы сейчас раз, одно крыло сделал, а второе отзеркалил. Так, теперь помельче наждачка, 400-ка. Так, и теперь еще помельче. Хоть это сейчас не очень актуально, потому что все равно, скорее всего, придется после грунтовки шкурить. Но а вдруг?
Так, ну ладно, давайте попробуем загрунтовать. Так, и еще у меня вопрос, знаете, какой возникает? Никак не могу на фотографиях увидеть вот эти подножки старого типа, которые вот здесь были без этих вот металлических вот уступов. Вот докуда у них там крыло вот это идет? До самой подножки. А как здесь? Отверстие уже или здесь есть, а потом уже отверстие начинается. Вот никак. Если вдруг у кого-то какие-то есть фотографии этого места старого типа, где подножка отдельно на кронштейнах. Поделитесь, пожалуйста. Пока что-то я не нашел. Так, ну ладно, пошлите грунтовать. Обезжириваем обязательно. Тысячный, 50 на 50 разведенный родным растворителем. Густым слоем, чтобы было что стачивать. А стачивать, как видите, вот здесь надо будет шпаклевать. Вот, ну и немножко подточить. А так, в принципе, более-менее. Вот. Так, теперь давайте. Давайте делать дерево из нашего пластикового кузова. Взял пальцем, зачем-то свез. Пусть сохнет. Так, вначале я хочу сделать сухую кисть. Вначале я хочу сделать сухую кисть из зеленой этой же краски, только 8-й серии, потому что, то есть зеленая краска с небольшим осветлением белой краской. Вот, это 8-я серия, это 8-я серия. То есть будет некоторое осветление на выступающих частях, как это и на самом деле существует, краска осветляется на более выступающих частях. Стараюсь сделать так, чтобы было не сильно контрастно, но чтобы все-таки что-то просвечивало. Опыта в этом нету. Чисто предположение. Буквально прям немножко, видите, она прям чуть-чуть светлее становится. Это вот одна капля белой краски. Наверное, 1 к 15 получилось. Примерно. Я так думаю. Надеюсь, эффект будет заметен. Ну, если не будет, сделаем светлей. Проблем-то куча. Так.
Так, какой бы нам это сделать кисточка? Давайте попробуем вот такой. Плоская двойка. Не пойму даже, происходит что-то или не происходит. Или происходит, но краска слишком такого же цвета, не пойму. Мне кажется, или ничего не меняется? Давайте-ка еще каплю добавим, потому что что-то не виден мне эффект, тот, который я хочу. Даже пол капли. Ну, сейчас вот явно светлее краска стала. Или она высыхает слишком быстро, что-то не пойму я. Что-то совсем не то. Наверное, другого производителя надо брать. Что-то, по-моему, она слишком быстро сохнет. Да. Давайте-ка возьмем другого производителя. Единственное, цвет у меня наиболее подходящий. Даже. Я не знаю, какой взять вот этот, что ли. Какой вот он, интересно. Может, как раз то, что нам нужно.
Давайте попробуем цвет другой, но сейчас мы его немножко смешаем тоже с белым. С чисто белым. Посмотрим. Может, ерунду я придумал. Так, или вот еще вот эту попробовать. Это как будто бы, что ли, ближе. Ну, это более похоже, давайте вот этой все-таки. Это слишком коричневое. Что-то я в краску вляпался. Так, это у нас цвет номер 309. Green FS 34079. Мистер Color. Так, ну и обычная белая краска. Так. Двадцать три капли. Умудрился посчитать. Ну и где-то, наверное, две капли. Возьмем белого, да? Так, а вот уж перемешивать надо. Получилось не 2, а 4. Ну, посмотрим. Все-таки хочется мне этот эффект сделать, поэтому поэкспериментируем. Кисточку. Так, ну естественно, родного растворителя, растворитель мистер Surfacer. Ой, мистер Color. Так, не слишком ли она у нас темная? Ну давайте попробуем. Чудеса. Нет, делаем светлее. Вижу, что мажет, но мажет таким же цветом.
еще белой краски. Контрастнее, значит, надо делать. Единственное, правда, бывает такое. Делаешь, вроде бы кажется, что не контрастно, а потом понимаешь, что переборщил. Такое у меня тоже было. Еще хочу добавить. Уж экспериментировать, так экспериментировать. Да? Пачкать так пачкать. Просто когда постепенно цвет осветляется, перестаешь замечать эффект осветления. Кстати, вот никогда бы не подумал, что этот цвет PFS так напоминает. Перебыло. Это что ж такое-то? Давайте побольше растворителя капнем. Совсем жидкая. Не, красит, красит. Еще как красит. Просто цвет не тот. Ну-ка, снизу более контрастно, может быть, видно. Вообще не то. Ну, ладно. Не то так не то. Давайте еще. Может, надо было наоборот в белый зеленый добавить? Что-то я начинаю подозревать, что так и надо было сделать. Так. Так. Если... Вот так вот сделать.
Ну что, постепенно начинает проявляться. Так. Не то вообще, что я хотел. Честно-то говоря, почему-то мне это по-другому представлялось.
Ну да ладно. Так, заодно у нас вот это, да? Во, вот так там видно, да, что я творю? Так, торцы. Торцы у дерева обязаны иметь совсем другой вид, так как у них впитываемость совсем другая. Ладно, друзья, что получилось, то получилось. Эффект есть, но он не такой заметный, как я вообще ожидал, честно говоря. Думал, что будет немножко по-другому все это выглядеть. Вот, но будем продолжать. Сейчас я хочу все сколы и трещины, которые я сделал на дереве, сделать такого старого, полустарого дерева. Для этого я хочу использовать темперные краски, которые разводятся водой. Вот, для этого я все цвета художественные, какие у меня были, на палитру
положил. Вот, сейчас давайте попробуем сделать пару-тройку различных цветов дерева разного. Так, сейчас кисточку размочу. Ну и два стакана с водой у меня тут стоят. Потому что краска разводится водой, чем она удобна. Попробуем сейчас создать пару-тройку оттенков старого дерева. Старое дерево такое, оно темно-серое уже, блеклое. Удобно на палитре пытаться поймать цвет. Конечно, для этих целей иметь еще фотки. Очень было бы неплохо. Так, что-то у нас еще попробовать-то. У нас здесь использовалось самое дешевое дерево, сосна. Так, ну вот, начнем примерно с такого цвета, потом будем постепенно моделировать цвет. Менять его как захотим. Будем смотреть, в общем. Нет, это, конечно, вообще никуда не годится, честно говоря. Будем сейчас смотреть, как у нас тут что получается.
Самое главное, что эту процедуру мы можем проходить бесконечное количество раз. И дополняет цвет, меняя его. Поэтому совершенно не страшная процедура. Можно прямо на натуре моделировать цвета. Чего-то вот не хватает, какого-то цвета. Не могу поймать. Будем стараться ловить. Хоть, конечно, кузова и перекрашивали многое количество раз, но я пытаюсь имитировать именно тот момент, когда у нас сколы появились и их еще не закрасили краской, то есть они должны быть деревянные. Вот это я пытаюсь сейчас воспроизвести. Даже их трудно сколами назвать, это как ободранность краски на дереве. Ободранность до дерева. Поиграемся, в общем, сейчас с цветами.
Так, ну а здесь потом подотрем, конечно же, эта водичка. Сейчас чуть-чуть начнет подсыхать. Так, а здесь у нас какое? Так, сотрем лишнее. Старое дерево, оно, по идее, вот какое-то такое вот серое, обесцвечивается и темнеет.
Вот вроде высыхает, как будто бы лучше становится. Больше похоже. Не пойму я. Так, ну давайте, у нас время подходит нашего занятия к концу. И мне как раз надо мой замыленный глаз тоже дать отдохнуть по этим цветам. И еще раз посмотреть в интернете. Я хочу фотографии каких-нибудь ободранных ящиков. Какой там цвет дерева? Вот, давайте поэтому сейчас закончим. Да, давайте, а то я так не остановлюсь. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям. Всем спасибо. Всем пока.